Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре очень интересное устройство. Это портативный проектор. Самое главное его преимущество, которое меня заинтересовало при его покупке, это его цена и достаточно хорошая разрешающая способность. На данный момент я его решил приобрести себе, так как мне он понадобился на мою новую съемную квартиру, и здесь нет никакого телевизора и никаких, в принципе, устройств для вывода хорошей картинки, поэтому мне требовалось самый дешевый вариант в виде проектора и самый, так сказать, безгеморройный. Поэтому давайте сейчас проведем его небольшой обзор, также его потестируем, и я вам расскажу от его ощущения, от его эксплуатации, которую я уже, в принципе, провел за примерно 2,5 недели. Могу вам дать полноценный отзыв об этом проекторе. Ну, давайте посмотрим его комплектацию. У нас идет самое главное, это проектор. Он весит примерно где-то, наверное, грамм 500. Модель называется H80, питается 12 вольтами 2 амперами. Используется светодиодная подсветка и сама матрица LCD. Фокус настраивается вручную, линза здесь установлена какая-то дешевая пластиковая, ну, в принципе, что вы ожидали за примерно $39, которые я на него потратил. От него, в принципе, ничего ожидать и не стоит. Также есть окошечко для инфракрасного порта, то есть у нас есть пульт для его управления, также старый VGA-шный кабель, порт HDMI, вывод звука и питание самого проектора. Также у нас кнопка включения, можно зайти в меню, также подключить старый аналоговый AV-шный разъем, подключить флешечку сюда и подключить microSD-карту. То есть тоже, в принципе, это полезная иногда бывает функция. Из самой комплектации у нас есть такая вот маленькая металлическая стойка. Не знаю, кому она может пригодиться, но тем не менее она есть в комплекте. Потом IV-шный кабель, который можно подключить в сам проектор и подключить к тюльпанчикам какую-нибудь приставку на андроиде, либо что-нибудь подключить старый или старый видик, в конце концов, я не знаю. Пульт для управления данным проектором, он работает, в принципе, что от него еще надо, и блок питания с переходником на наши стандартные розетки. Блок питания 12-вольтовый, 2-амперный. Давайте я его сейчас подключу и сделаем портативный экран, на котором мы сможем просматривать данное изображение, и вам, в принципе, расскажу, какие особенности есть у данного проектора, его положительные стороны и недостатки. Погнали! Данный проектор я закрепил особо не заморачиваясь, просто купил эту подставочку для обычного хозяйственного мыла в ближайшем магазине, и при помощи USB и помощи HDMI кабеля и обычного кабеля питания я его закрепил на этой стеночке. С обратной стороны у меня висит экран, куда транслируется вся картинка. Вот так выглядит данная картинка при включенных 3 лампах дневного освещения. То есть фактически мы ничего не видим, только самые яркие места. Собственно говоря, также картинка выглядит при уличном освещении. Телефон сам снимает при 60 кадрах в секунду, поэтому чувствительность матрицы со мной немного снижена. На деле картинка на этом проекторе выглядит намного ярче, чем снимает сам телефон. Собственно говоря, по своим ощущениям, когда вы выключаете полностью весь свет и через пару минут, когда ваши глаза полностью привыкают к данному проектору, точнее к той картинке, которую он дает, должен вам сказать, эффект получается как в обычном кинотеатре, то есть по яркости и по погружению, что совсем-совсем неплохо. И должен вам сказать, свои там $39, которые я купил, я абсолютно не жалею, это очень прикольное устройство, и я думаю, оно имеет право на жизнь однозначно. То есть, да, здесь разрешение не самое высокое, Full HD здесь ни о каком идти речь не может быть, собственно говоря, но тем не менее, само эффект, как в кинотеатре, вы действительно получите. И для такой вариант, как для съемной хаты, где нет какого-то большого телевизора, и вам просто надо вечером, чтобы получить какое-то удовольствие от просмотра какого-нибудь фильма или телепередачи, этот проектор, в принципе, даже подходит, на удивление. Чтобы показывать презентации, этот проект не совсем подходит, так как у него достаточно низкое разрешение и яркость. То есть днем его видно, к сожалению, не будет. Только для ночных посиделок и ночных просмотров. Далее мы зайдем в меню самого проектора. Так, мы здесь можем настроить расположение самого проектора. То есть оно можно перевернуть вверх-вниз и также отзеркалить саму картинку. Дальше мы выбираем температуру, которая может работать проектор, там холодные, теплые цвета и прочее. В общем, вы можете настраивать, как вам будет интересно и понравится данная картинка. Дальше мы перейдем в меню настройки портативного динамика, встроенный в этот проектор. По звуку он играет как обычная дешевая USB-колонка, в принципе, ничего такого
интересного нету. Ну и в принципе тут такие минимальные настройки, можно сбросить до заводских настроек, ничего в принципе интересного и нету. Также мы можем выбрать формат, в котором у нас будет работать наш проектор. Это формат 4:3, 16:9. То есть картинка будет более приплюснутая, но мы потеряем поля сверху и снизу, то есть сама картинка станет меньше. Также мы можем ее просто зумировать без потери и без сжать лиц и окружение, которое отображается на этом проекторе. Так что всем спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, вам обзор этого проектора понравился. Ссылки на него я оставлю в описании, также на проекторы, которые могут работать по другой технологии и с более высоким разрешением и, конечно же, с большей стоимостью. Всем спасибо за просмотр и пока!